Всем привет! Доброе утро! Мы выгребли на базар. На ярмарок. Давно вместе не ходили на базар, да? Да, за продуктами. Очень давно. И вот наконец-то выбрались. Смотрите, у нас во дворе вот такое раскопали. Меняют трубы. За год это уже четвертый раз раскапывают, что-то поварили, поменяли или не поменяли, опять закопали. Постелили новый асфальт, через какое-то там 3 месяца опять то же самое. Поэтому, ну, что нельзя его раз уже поменять и не копать каждые 3 месяца. А так все раскопано вот. Короче, вот они до ночи позавчера работали здесь. Да, позавчера. А вчера и сегодня их уже нету. Мы никак не можем еще прийти в себя после... Нету горячей воды, но у нас-то бойлер, но соседи ругаются. Уже давно нету. Ну да, и отопление, когда к нам придет отопительный сезон, даже непонятно. Да, потому что эти рабочие сказали, что и систему отопления порвало здесь. Ну, вроде бы поменяли трубы или меняют, ну, непонятно. Уже пора и отопление давать, потому что в квартире холодно. Мы включаем обогреватель вечером в комнате, хотя бы в одной, это что Анечкину прохладно. Да еще не можем прийти в себя после Египта, да? Там тепленько было, хорошо. Жесткая реальность ударила да. по фейсу. Так что, ты список написала, да, Лена? А мы его взяли, я тогда написала. А, вот он, да. Я написала. Пойдем сейчас посмотрим, что там. Изюм надо, да? У нас Аня любит изюм. Аня любитель изюма. Да. Каждое утро ей подавай изюм. Купим сейчас. Хорошо, хоть ярмарка есть, не ехать на базар куда-то еще. А так у нас вот в пешей доступности все. Еще нам на новую почту надо, да? Да, на новую почту забрать посылочку. Так что идем. Мы уже на ярмарке. Вот Лена орехи. А, это чищенные. Конечно, кто их будет бить и чистить? Ну, вон, мешками стоят эти орехи, но только они чищенные. Груши, яблоки. Ты берешь что-то? Да, яблоки дома пока есть, а я бы груши. Вот эти вкусные груши были, которые я в прошлый раз покупал. Ну, я не знаю, как они называются. Да, есть, брат. Ну, или ты хочешь другие? Груша. 35, 30. Яблоки. Картошка. Вот смотрите, здесь продают и мясное такое, колбасу, мясо, но мы здесь не берем, потому что оно все без холодильников. Мы не покупаем здесь. Ну, хотя люди берут. Вот как раз изюм сейчас возьмем. Аня, ты будешь изюм? Да? Черный слив. О, и пахлава здесь есть. Воспоминания про Египет. Смотри, изюм мама покупает. Смотри, будешь изюм сейчас? Да, сейчас возьмем изюма тебе. Да вот этот по 160 красивый. Можно. И вот этот по 160, да, где там совочек. Совочек? Ну, да, не килограмм. Вот, смотри. Сумки есть пастила, если она... Вот, я и возьму одну, заплати. 12 гривен. На, пастилу тебе купили. Будешь пастилу? Да. Ты любишь такое? Садись. Держи.
Вот я тебе взял, смотри. На, еще одну взять? Держи эту. Еще одну пастилу. Это там этого на 30 гривен, а этого на сколько? А, это вместе. Еще одну пастилу добав. На. Сумки, говорю, есть еще одна. Ну ничего, ничего. Давай, я ж тебе эту открыл. На. Кусай. Мама, не успела помниться, уже все проблемы. Все, изюма набрали, да? Изюм, да, вот, сырники. Все, деньги закончились. Да, деньги. Сейчас дам. Перец надо вот такой? Ну, у нас там три фрукты есть. Ну, надо, наверное, да. Ну, так, а три завтра надо будет идти? Ну, так. Груша. Яблоки. В этом году, видать, хороший урожай яблок. И груш. И груш, потому что дешево. Яблоки по 10 рублей, а облепиха. Ну, у нас есть, мы же решили, что мы не будем ее покупать вот больше. По 10 гривен хорошие яблоки. Да. Груша 25, это прижанка. Смотри, по 12 гривен какие классные яблоки. Представляю, сколько они на столичке. По 5. По 5, наверное. И груш очень. Смотри, много. Груша. Но груши, конечно, как всегда, не дешевые. Чего? Я вот эту парижанку купила по 17 гривен. О, ну вот это бэра, она всегда дорогая. Держи. На. Ты эту хочешь? Эту открыть тебе? На. Не будешь это? Нет. А что будешь? Вкусно как? Толком же ничего не говорят. Вообще каникулы. Так, давай найдем нашу маму. Курица. А? Рыба. Хочешь рыбу? Ну, все, без холодильника мы не берем здесь. О, гранатовый сок прям давит. Где ж наша мама убежала? Ты будешь эту кусать? На, яблочная, вкусная, кусай. Давай? Нет? Ну, давай, быстро едем тогда. Так. Что ты здесь берешь? Я беру тыкву и перец взяла, ага. Еще чуть-чуть. Тыква 12. Ага, и перец. Смотри, тыкву мама купила, будем тебе печь давать. Короче, Аня нам не дает нормально походить. Смотри, Лена, сок прям давит здесь. Ух ты, когда мы берем. Вот тут я у дядьки. О, смотри, есть уже... Курма по 55. Тоже по 20. Помидоры зеленые. Вот сыры, колбасы. Да. Да. Мясо. Надо трансляцию вести. У вас такая мясо должность. Сок. Вы придет еще. Во. Так ты ж уже купила? А, или ты хочешь? Лен, а помнишь, мы говорили про рис? Да. Я не знаю, басмати, это вот этот длинненький, он такой, а вот это камалин. Я не знаю, я его никогда так не покупала. Просто в Египте нам так понравился рис, такой он вкусный был. Да, мы голодные были. Да не, он реально вкусный был. Смотрите, сколько меда. Акация, боярышник, каштан, липа. А тут вот за что задачка? А, лесовой. Ну, короче, такое по поводу меда еще вопрос. Потому что у меня дядя занимается медом и говорит, что в этом году гречневого меда нету, потому что когда цвела гречка, было холодно и его нету. Ну, на рынке продают. Ну, непонятно, что это за мед, конечно. Насколько он гречневый. Кардинал красивый. Ага. Вау. Ну, очень вкусный. Будешь брать? Будешь брать?
кардинал с косточкой немножко. Я бы ела, Аньке надо колбасу. Ну, возьми того и того. Ну, и на меня лучше тогда кишмиш. Кишмиш там дорогой сильно. Что ты? Дотечка. Взяли тебе изюма? Да. Ты изюм любишь? Да. Ну, взяли, будешь кушать. Угу. Ты хотела на руки? Ну, молодец, все, добилась своего. Вот, картошка, да, мясо сколько много. Вот, живая рыба. Да. Да. Рыба. Да. Сколько мясного всякого, да? Огурцы 40 гривен 38, да? Слива. Ам? Ты и сливу любишь, да? Да. Ты все любишь. Лена ищет чищенный орех, а его нигде нет, да? Орехов чищенных нет, только вот такие в этом самом. В шкарлупе. Блин, ну это брать и потом сидеть да, на балконе стучать. Будет чистить, ты шо? Или на асфальте возле дома. Так, что еще мы а эти кабачки? И картошку. Кабачки по 30 гривен. Я не знаю, будем брать, нет? Ну, не знаю. Я может. Бы взяла виноградик, а вот там такой красивый. Ну, давай. Виноградик. А картошку как? Кабачки ж это уже все, последние. Ну да что, купить тебе кабачков? Ну я бы ел еще по-еврейски. Так скажи, Лен, ну, давай возьмем кабачки. Я бы ел. Я тебе еще дома говорю, что я их хочу. Так, идем за виноградом. Помнишь этот, который мы даже сок с него давили? Испанская, как-то он там называется. Гитара. Гитара или что? Вот, смотрите, какой виноград. Ой, ну я просто мимо кардинала не могу этого пройти. Я с косточкой не люблю просто. Пожалуйста. А на меня... Он с одной косточкой. Он с одной, это чтобы ты не... Сейчас мама возьмет да, тебе кишмиш. Можно? Вот, я на него смотрю. Кишмиш по 52. Брать тебе кепку? Да, нам с Аней. Вам с Аней. Ну, хороший. Кардинал 69. Угу. И кишмиш, девушка, дайте, пожалуйста. Сейчас возьмем нам. Да? Ну, очень вкусный. Слива 35. Груша 36. Яблочки 10, 12. Мы идем за картошкой. И выходим. У нас полная коляска. Аня ой, на руках. Подожди, смотри, какой сыр. Что это за сыр у вас такое? Вот все на него деньги кидают. Это манука. Сейчас серьезно, это муляж, это есть нельзя. Я просто думаю, что это такое? Какие-то гнилые шарики какие-то. Думаешь, что это такое? В травах. Ну, камамбер хуже пахнет. Да. А реблашон ще більше. Ви з ярмарка посунули до від мене. А що це за сирочки? Та я не знаю, у мене просто стало цікаво, що це за вонючі шарики. То есть, чи я, чи дружина просила. Це саме цей. Вони кожен різний. Вкусно. Я не буду пробовать. Чего? Не, я не хочу. Боишься? Да, он такой. Я сам. Не, не буду. Пробуй. У меня уже много. Купи ты наступно. А ну, да не хочу я. Это мягкий какой-то, да? Брынза. Брынза. Ой, ну, это такой с травами. На вид он, конечно, не очень. Выглядит ужасно. С плесенью ну, какой-то. Минулый раз не продал, бачите плесень? Угу. Цього разу ще дорожче. В магазині так заростають? В магазині сохнуть. Ну будеш брати? А брінза не соленая.
хороша. Ну, після цього, після нього? А, після цього я не чувствую. Я зовсім не сагнаю. Будеш брати? А як називається цей сирочок? Белпарк Нове. Швейцарський рецепт. Боже, обалдеть. Не міняла, не нарізайте мені, я не буду. По технології він повинен бути щасливим. І що, і щасником? По технології. Боже, здохнуть можна, ти представляєш? Ванідла какое. В следующий раз хлеба возьмешь, масло, позавтракаешь, кофе здесь возьмем. Ну возьми что-то, попробуй, покушай. Вот такие возьмите, вот с кофейком купьете, вам сподобается. Это что, мягкий сыр, да, какой-то? Красивый. С острым? Вам сподобается. Не, я не буду, да ну как я буду? Давай. Буду. Давай. Можно я понюхаю просто? Не, вы попробуйте. Попробуй, ну я серьезно. А он остренький? Возьми. Нет. Ну бери, попробуй да, уже. Да, ну рот сыра, я уже ничего не чувствую. Ну, так мало есть, дружина выйдет нам вообще. Я в шоке. Мы были в Швейцарии, мы были в Швейцарии, но мы такого сыра не видели. Это швейцарский рецепт. Вообще все сыры у нас старовинные, все рецепты. А це з самих молодих рецептів. Чи 83-го виник. А от этот почем? 50 гривень штучка. Це беріть. Вкусно. Скільки штучка? Вкусно. 50 гривень. Ну давай, візьми, попробуємо. Ти що, напробувала вже на сотку? Я ще ж вас не... Слушайте, яка вкусна штучка. Іменно красненький, от це, да. Ну, слушай, от ця спеція якась островата. Так, да, ну рікота, то понятно все. А от эти... Особливо вечір жінки з ума сходять. А от эти шарики какие-то гнилые, непонятные. Поэтому я и останусь. Класс. Хороший маркетинг. Спасибо. Короче. Напробовала. Наелась, а. Грязными руками в коронавирус, и самое оно, пожрать на базаре. А ты видела дядька? А, не видела, дядька шел и встретил какую-то женщину, свою подружку. И говорит, только не близко ко мне. Она говорит, чего? А он говорит, то мне 38,8 температура, я болею. И сука, вышел, и шарится и по базару. И вышел на рынок. Ну, я ж не знаю. Давай здесь и картошку возьмем. Ага. И ну все. Да, и там будет. И пойдем. Покупала. Смотрите, как люди ходят с кравчучками на базар, чтобы не тащить все. Мы ходим с коляской. Аня на этом своим ходом. А здесь у нас вот все затарено. Ты видела уже вот эти штучки пообрывались? Так, Игорь, ну там 15 килограмм нагружено, чтоб они не оборвались. На, вот пакет большой. А что тебе с орехами сказали? С орехами сказали, что чищенных может и не быть, то что плохой урожай в этом году, они их и в скорлупе у них берут прекрасно. Что ты насобирала? Камней? Да. Короче, все, мы скупились, на недельку нам хватит, да? Да, ну картошки на дольше. Ну картошу есть. Да. Ложите ее вот так или так положите. Да не, не, сейчас я так возьму, Анечка, понесу. Пойдем, малыша. Винограда набрали. И такие вот этот, я купила сыр сырочек, вот этот вкусный. Дядя. Попробуем. Вкусный у дяди, да, вкусный. На хлебушек вкусный. Аня, Аня. Мама написана. Да. Да, у тебя тоже есть. Сейчас занесем это все и возьмем мелок и пойдем. Да, и пойдешь гулять. Шо так что все, идем домой. Всем пока.